Здравствуйте, сегодня хочу вам показать платье экстра Швейцария. Они идут зима, стоимость за килограмм у них 741 рубль 30 копеек. В мешке 25 килограмм 100 грамм. Себестоимость за одну вещь это 238 рублей 50 копеек. В мешке 78 штук. Начинаем. Здесь будут теплые платья, будут какие-то нарядные, например, на корпоратив и также на повседневное, на повседневную носку. Вот такое тепленькое платье, хлопок. Длина у него до середины бедра. И размер СК. Здесь еще иногда встречается это костюмы и также вот здесь это комбинезон фирмы Буху. 12 размер. Вот он зауженный. Единственное, что у него немножечко здесь есть, видимо, от мешка, либо же от другого платья с какими-то с пайетками, небольшие вот как затяжки. А так он очень классный. Это хлопковое платье. Здесь на вороте замочек. Можно делать отложной. Размер. Размер МК. Это хлопковое теплое платье. Размер ЛК. Длина до колена. Это трикотажное платье с поясом, фирма H&M, размер S. Длина у него чуть ниже колена. Сейчас на такую прохладную погоду такие платьишки очень удобная и комфортная вещь. Так, это платье, здесь этикетки, к сожалению, нет. Размер у него M. Очень мягкая, тепленькая. Размер М и длина до колена. Такое интересное платье. Если его одеть жакетом, вообще красота. Так, размер у него Л, длина ниже колена. Тепленькое платье, туника, этикетка срезана. Размер у него XS, до середины бедра длина. Праздничное платье на одно плечо. Sport Light, 14 размер. Такое очень красивое. Здесь вот есть кармашки. Длина чуть ниже середины бедра. Это интересное платье. Интересно оно тем, что сверху на нем как будто бы маечка, но оно совместное. Размер у него XS. Это праздничное платье. Здесь и бисер. Размер у него S. Здесь бретелей нет, но здесь есть петельки, чтобы их вставить. Так. Следующее плотное трикотажное платье. 14 размер. Длина до середины бедра. Нарядное платье с пайетками. Вай. Фирма и 10 размер. Вот снизу так смотрится. Это теплое платье. Размер М. С интересными кошечками. Единственное, что на нем есть немного капиш.
еще одно трикотажное платье, и ворот он сделан из крупной вязки. Размеры. Праздничное платье H&M размер М-ка. Пироженка такая. Еще одно праздничное платье. Фирма Пилот, 10 размер. Сзади вот такой поясок. Здесь вот еще есть одна юбка. Она хорошая, классическая. Карандаш фирма Мэкст, размер 38. Длина чуть ниже колена. Следующее платье такое интересное. Размер у него 36. Оно такое плотное. И на бретельках. Сзади вот бретели вот так выглядят. Длина в пол. Очень мягкая такая. Платье туника, размер у него L-ка, с леггинсами, например, либо с плотными колготами. Размер М-ка, фирма Зебра. Суперстар и 36 размер. Такое платье резинка. Здесь вот немножко запачкано, но это легко отстирается. Длина у платья ниже колена. Такое платье фирма Зебра. Размер XS. И сзади поясок. Еще одно теплое платье. Это Канда, размер XL. Трикотажное платье. Это фирма Джордж. И размер примерно XL, либо L-ка. Нарядное платье. Так, размер 10, фирма Кэшер. Длина до колена, сзади замок. Так, следующее платье, это у нас Тифайлес. Оно трикотажное, очень милое. Чуть ниже колена. Это платье резинка. Такое коротенькое. Размер S-ка. Это платье Asos, 10 размер. Здесь вот маленькая такая опаска по бокам. А 14 размер. Интересное платье. Здесь с пуговками и с поясом. Длина чуть ниже колена. Фирма Объект и размер М-ка. Ну, вообще, она, наверное, даже лучше на Эльку подойдет. Фирма Зак, Лондон. Размер S-ка. Вот так вот оно выглядит. Теплое платье. Фирма Special Basic.
размер S, чуть ниже колена. Здесь вот немножко вязка расползлась. Небольшой эффект. Вот такое платьишко. Фирма Кокей, размер S. Миленькая. Платьишко на одно плечо, но оно скорее подойдет примерно на 12 лет на девочку. Это Zara, размер M. Длина примерно до середины икры. Какое праздничное платье. 12 размер с силиконовыми вставками. Это трикотажное платье, размер М. У этого платья воротничок, который отстегивается на пуговках, фирма F&D, размер L. Отличное офисное платье. Это платье 42 размера, оно слегка перламутровое, очень интересное. Снова платье с силиконовой вставкой, фирма Tailey Vale, 42 размер, коротенькое. Здесь ни размера, ни этикетки не указано, но на вид оно эско. Это платье Атмосфера, 38 размер. Тут красные одни. Это 8 размер Атмосфера. Оно вот, оно получается все в катышках. Это платье в пол, оно со стразами, размер М. Такое прозрачное платье, размер S, все в кружевах. Следующее платье это 10 размер, H&M. Так, это у нас здесь не указана фирма и размер. Вот такое интересное платье асимметричное. Здесь сборка, размер S. Это Event Premier, размер S. Это платье, размер у него Эска. Платье со сборками, чтобы хорошо сидело по фигуре. Размер Эска. И здесь бусины. Платье резинка. Фирма Tailey Vale и 36 размер. Следующее платье это, так, этикетка срезана. А это не платье, это комбинезон. Размер у него S. Снова платье резинка River Island, 6 размер, на одно плечо. Следующее платье размер
М-ка. Платье с овушками, с кармашками. Размер либо М, либо L. Симпатичное платье, это бенетон. Размер М-ка. Размер S-ка фирма Flame. Здесь пуговки как декор. Вот такое прям теплое-теплое платье. Оно новое, размер М-ка. Так, следующее. Это платье вот так запахан. Здесь немножко запачкано, но это ерунда, все уберется. Размер XL. Следующее платье фирма Джордж. Здесь немножечко сборку на резинке, размер S. Трикотажное платье Инвир, размер М. И у него идет баска. Сверху трикотаж, снизу наподобие шерсти. Размер Элька. Фирма Исприт. Размер Эска. Размер М. Следующее платье. Размер М-ка. И здесь вот тоже трикотажный наподобие бус. Это платье фирма ОК, размер 3XL. Брючный костюм, такой вот жакет, инвир, 8 размер. И к нему брючки, тоже классические, инвир, и также 8 размер. Они прямые, сзади вот так смотрится. Следующее у нас этикетка срезана, трикотажное платье, размер XS. Здесь размер не указан, фирма Celtic & Co. Ну, размер примерно XL. Фирма QK. Размер S. Сзади замок. Четырнадцатый размер. И здесь вот такие пайетки большие. Следующее платье это Miss H, 42 размер. Это платье размер SM. Это кардиган. Размер S. Это спереди так выглядит, сзади вот так. Размер М-ка. И последнее платье. Оно больше на тунику похоже. Размер у него L-ка. Да, это все-таки туника. Мы с вами смотрели платье Экстра Швейцария, зима. Вес мешка 25-100.
стоимость за килограмм 738 рублей и себестоимость примерно 288 рублей. Точную информацию смотрите в ссылке под видео. Спасибо за внимание.